and I, mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all Да у нас электронные. Компания людей. А, волнуется. Если слышно, то читайте аккуратно. Даже такое бывает. Я промахнулся. Ну, уровень хардкор, перепрыгнуть через бревно. А, я только что заметил, то у меня крышки под акумы нет. Сбоку. Ага. Это акума торчит? А? Это акума торчит? Да, типа крышки нет, у меня же рама это металлическая. И от нее крышка отлетела куда-то. Ну вот не знаю, только у меня так или нет, то уже не первый раз, вот именно с левой стороны у меня вылетает эта крышка и приходится ее искать, эта акума. То есть как-то не очень. После прыжков она у меня вот частенько вылетает. Причем вот именно с этой стороны. Если их местами махнуть, все равно будет с этой стороны вылетать. То есть трещин вроде нет, но они как-то вылетают. Прилетел? По пяточке прилетел, причем, знаешь, когда я вот так вот шел. Не, ну это уже издевательство. Бля, вы охерели. Это уже все, тотал. Thank you.
О, Паш, Паш. Ну вот. Еще после одного прыжка она опять откуда-то отстегнулась. Я купил флеера, друзья. Ну давай! Не, больше! Раздел больше! Не, нормально. Не, нормально. Слушай, прям нужен нормальный разгон. Отойдите. У меня кум сел. Сейчас. Вопрос, передняя булка жива? Иди, да. Нет. Не жива. А? Не жива, вон треснула. Да ладно. Да, это трещина же? Нет, подожди. Или это нет, или это не трещина? Вот там. Похоже, да. Вот здесь-то? Да. Да, трещина. Ну, хрен его знает. 50 на 50. Ну, трещина. Да нет, трещина. Последний уровень, она стала еще дальше. Я сломал себе, у меня треснула передняя булка. Но было красиво. Ну, в общем, рама-то выжила вроде как. Хотя стойки еще... Я еще стойки не смотрел центральные. Не, ну нормально. Кстати, вот деку я сломал. Вот, вот, вон она. Видишь? А, это вот то, что мы печатали на принтере? Да, вот. А, ну это, блядь, не знаю. Тут, это не тут оно отвалилось. Вот эта сторона вроде целая. Да, вот здесь получается треснуло. Не понял. Вот даже болт там вот, видно вот так вот. Вон. Какой-то он косой стал, по-моему. Смотри, смотри. Что я заснял? Смотри, смотри. Бля, твой. Не, у него прям заносит и сам и все это потом приходит. Не, прям ее вот так заносит. Бля, и он ее прям выруливает. Я поставил нам качалку с таким выворотом. Но он уже из блочных джипов, конечно, поднялся. Прости. А это как раз агрессия старта не настроена. Я жму газ, а он... Ты хотел, я понял, да. Нужно, ты хотел, если газ нажал бы, если да. Он сообразил быстрее, он пошел и он бы его чуть-чуть снесло. А он, видишь, вот, смотри, газ в пол. Видишь, как медленно да. Разгоняется? А потом уже было, и я убил мотор. А, он их не выпустил. Я поболтал, он говорит, а это нормально там. Я вообще боялся. Купи. Все, хочу, да? Ой, ой, прости, пожалуйста. Я просто хочу. Это даже пустынный барик. Ну, вес машинки. Блин, я туда заехал бы, но я не выйду. Бля, на полу. Давай. Не. Было бы к зиме нам такое. Thank you.
Поймали. Преследую гонщика. Рост метр с чем-то. Ой. Ой, там корки хана. Все, это тотал. Титону хана. Переехал. Там просто лепешка. Ну, в общем, вот так вот закончилось. Умерла серва.